Йога, и с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Ганбридж. И это предпоследняя серия, так как у нас еще остается с бонусами и еще какой-то секретненький там проходит. Так, а что я хотя бы открыл, мне интересно? А, все, понял, что я открыл. А ну, тут что есть? Нету. Сделано. Блять. А, так я не могу стрелять. Надо пуще Робин убить. Тупые роботы. Так, вот теперь вот нормально. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Так, это не то. Так, я все равно упаду. На той стороне, которая мне надо. Next. Может, тут что-то есть? Надо проверять. Надо проверять, есть там что-то. Либо нет там ничего. Так, а я на самом деле не так уж много этих нашел. Секреток. Бля, нет, роботы эти бесят на самом деле. Ну я могу так повиснуть, в принципе, они сдохнут двое. Это чтоб они мне не мешали. А, бля, он вообще с другой стороны. Так, и чё? И что мне вытворять?
Потому что мне теперь даже и туда не вернуться. Но зато я понял, как теперь попасть на ту часть. Фу, я думал, это меня убило. Не, летающий хер, ты не бойся, ты да, тоже сейчас сдохнешь. Вот черт. Да, теперь вот иди думай. Если вздыхает, да, она сбрасывается. Зараза. Ладно, две кнопки я знаю точно, как включить. Черт, я без понятия. Ага. Ага. Без проблем. Ох уж эти головоломки. Божечные головоломки. Да еб. Я труп. На самом деле это очень тяжко. Именно понимать, в каком порядке что делается. Вот если механизм сюда немного передвинуть.
Я думал, может сначала упасть надо. Да ёлы-палы. Как я тогда попал на ту сторону? Так. Так. Прыжок. Вверх. И опять западнее. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Сюда, вниз. Нет. Ага, это я выключаю обратно. За что я плачу деньги? А не за что. Ай, оно ж еще все сбрасывает. Точно, как я мог об этом забыть? Так, это стоять, это не то. Ну хера ты падаешь? Мне нужно типа чисто от вот этого только стрелять. А. Сделал лишнее нажатие, считай смерть. Хотя я могу и с той стороны тоже пулять, как бы. Вот что это было?
механизмы. Ненавижу вас. Так. 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 Как сделать, чтобы я мог стрелять? Мне нужно научиться стрелять, он падает. Оно падает. О, наконец-то я могу стрелять теперь отсюда. Так, теперь главное не допустить ошибки. И чтобы у меня жопа не сгорела от этого всего. Фу-фу-фу. Готово. Это сложно. Так, а это уже что-то было, я помню. Ага. Ладно, и так сойдет. Ой, тихо! Я только заметил, что там огонь. Я только заметил, что там огонь. Так, там секретов нету. Теперь смотрим, что здесь лава есть. Лава — это уже херово. Ага. Да ёлки-палки. Как мне теперь выровнять баланс? Понятно, что лава в ваншоте. Понятно дело, что лава в ваншоте. Я что ступил? Смотрите, что мог сделать-то. Все равно неправильно сделал сейчас. Вот. Так. Вот так вот. Так и сделал, окей. Так, надеюсь, это так. Да, это так.
На этот раз было правильно. Ох ты ж, ё-моё. Да, вот это я, конечно, ступил. Жестко ступил. А, там внизу есть то, что мне надо. Это легко. Ну, выбраться я просто сдохну. Я могу сделать так. И это будет правильно, плюс я еще и сохранюсь. Вот, а что у нас наверху? Так, хорошо, это... Это разумно. А вот это вот неразумно. Мне нужно упасть. Вот так вот. Но я все равно я не успею. И меня сейчас раздавят. Вот в чем прикол, понимаете? Я хотел в тайминг попасть. Ага, а как мне это сделать, это вообще не понимаю. Мне нужно упасть так, чтобы... А! Изи, это легко, бля. Только нужно, да, чтобы меня еще в этот момент не раздавило. О, изи тайминги. Нет, не проходить. Босс. Мегамозг. Если его так можно назвать. Я понял. Спасибо. А я что, виноват? Или мне нужно запоминать, в какую сторону это делать? Ну, центр, ладно, давайте запоминать. А,
вон оно что, как я должен был атаковать. Теперь я зато запомнил, что нужно делать. Как вообще этого босса убивать? Но это сложно, когда ты с другой стороны это делаешь. Ладно, не буду рисковать. Например, он, походу, просто по кругу херячит, да и все. Ну да, все равно будет сложновато уничтожить там, где... Там-там-там-там-тара-там. Ну, босс на самом деле такой себе. По сложности. То есть он... У него тактики стрельбы не меняются. Я сейчас только что буду по кругу бегать постоянно и пытаться уничтожить вот эти последние цели. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, понимаете, нужно просто просчитать каждый кубик, каждое нажатие на плиту. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Нифига, он сразу атакует. Ну да, круглого мозга мы уничтожили. И, в принципе, конец. Так, посмотрим, что у нас по бонусным. Я все открыл. No bad. Ну что, ребят, тогда начнем следующую серию с бонусных уровней. Если вам интересно, то вот, где можно бонусные уровни проходить. Тут они вот отмечены на карте. Так, следующий у нас бонусные уровни, там, вы помните, из первой серии, там довольно интересно. Там другие миры, так сказать. Потом вот еще что-то неизвестное, скорее всего, оно откроется после того, как мы пройдем это. Ну и телек мы с вами смотрели. Coca-Cola, Data Poops proudly present Mega Monster Drip Rumble Mania! Featuring all your favorite bots, Jenny Drip, Ursaw, coming Sunday! Sunday.
Поэтому как-то так, ребят. Потому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И следующая серия, как вы поняли, у нас only бонусы. Поэтому всем пока.